Здравствуйте, вы смотрите специальное интервью, с вами я, Мила Тарасевич. Сегодня мы в гостях у директора школы номер 9 Зои Леонидовны Кушко. Зоя Леонидовна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте поговорим о ваших достижениях. Все-таки 45 лет, престижная дата. Что можно, какие достижения можно вот выделить самые-самые такие запоминающиеся? Ну, конечно, 45 лет, и мы пожинаем плоды. И, конечно, мы посчитали, что выпустилось из нашей школы около 3500 обучающихся, 60 медалистов в нашей школе. Мы особенно в 2 года последних, мы очень стараемся, мы в олимпиадном движении принимаем участие наши ученики в исследовательских работах. Мы за последние 2 года имеем 100 баллов по ЕГЭ по литературе, и не только за последние годы. Это впервые, и нас это очень радует. По литературе Львова Александра в прошлом учебном году нам принесла вот такую победу. Медалисты, 60 медалистов за все эти 45 лет у нас есть в школе. И, конечно, наши учителя принимают активное участие в профессиональных конкурсах, и приносят нам прекрасные результаты. Вот так, например, Кораблева Ирина Владимировна, учитель физической культуры, она стала победителем в региональном конкурсе на получение денежного поощрения лучших учителей Московской области. И, конечно, у нас есть наша звездная наша преподаватель, учитель русского языка и литературы Ильичева Екатерина Николаевна, которая стала призером муниципального конкурса «Самый классный классный». Также она прошла все этапы регионального конкурса и вошла в пятерку лучших классных руководителей Московской области. И с новой силы сейчас собирается принимать участие уже на всероссийском уровне. Зоя Леонидовна, насколько я знаю, каждая школа уделяет большое внимание патриотическому воспитанию молодого поколения. Расскажите, пожалуйста, как у вас продвигается работа в данном направлении? Ну, во-первых, мы школа имени маршала Советского Союза Митрофана Ивановича Неделина. И это нас обязывает. С самого начала практически существования школы номер 9 здесь велась огромнейшая работа по патриотическому воспитанию. Нас еще иногда называют школой ракетчиков, потому что эту школу строили именно ракетчики. Мы дружим, помогаем друг другу. Нам, конечно, больше помогает Союзом ветеранов ракетных войск стратегического назначения. Прокопенко Виктор Александрович уделял нам большое внимание. Благодаря Виктору Александровичу он нам помог обновить доску Митрофану Ивановичу Неделина. Успели вместе с ним ее открыть, и, к сожалению, ушел из жизни Виктор Александрович. Мы очень ему благодарны, да и вообще всем ветеранам ракетных войск. Огромную работу мы ведем и с ветеранами, которые очень мало уже осталось Великой Отечественной войны, но мы всегда акции поздравляем ветеранов с Днем Победы, с Новым Годом, также ветеранов, которые работали в школе учителей. В каждой школе есть свои традиции. Вот какие традиции есть в вашей школе? Что вы всегда отмечаете? Какие праздники вот особенно ярко встречаете? Ну, вообще, изюминкой нашей школы является конкурс «Ученик года», где ребята показывают себя с разных сторон. Это и интеллектуальные всевозможные конкурсы. Обязательно ребята пишут интеллектуальный марафон, они должны показать себя с этой стороны. Это и творческие, это и спортивные. Мастер-классы, кстати, приходите к нам, очень интересно. Мастер-классы показывают, и на китайском языке нас учат разговаривать и готовить и так далее. Это вот наш конкурс, который много лет уже существует, и дети с каждым годом увеличивается количество участников этого конкурса, и компетентное жюри выбирает лучших. Наверняка есть у вас и титулованные спортсмены, ученики, которые приносят свои высокие результаты в школу. Вот совсем недавно, в прошлом учебном году, наши бадминтонисты стали первыми в Московской области и призерами на всероссийском чемпионате по бадминтону.
Вот. Мы гордимся и очень рады. И футболисты, и волейболисты, и баскетболисты нам приносят хорошие результаты. Ну а что касаемо педагогического состава? В школе вот вообще хватает кадров или есть какая-то нехватка с учителями? Ну, на сегодняшний день у нас все вакансии закрыты, у нас творческий, опытный педагогический коллектив, у нас есть и молодые специалисты, у нас есть учителя, которые работают всю жизнь после окончания пединститута. Это Индебери Ольга Александровна. У нее единственная запись трудовой книжки. Она работает. Мы гордимся этим учителем. Да и вообще каждый учитель вносит большой вклад в работу нашей школы. Ну и наверняка вы хотите поздравить всех своих коллег с таким замечательным праздником, с 45-летним юбилеем школы. Наверное, это не совсем юбилей, а круглая дата, но не отметить мы ее не могли, потому что за 45 лет у нас есть результаты. Хотели бы встретиться с нашими учителями, которые начинали все с первого дня существования школы. Я очень надеюсь, что сегодня будет второй директор Белинская Алевтина Викторовна. Я уверена и знаю, что сегодня будет Векшина Елизавета Ивановна, следующий директор. Александр Сергеевич Гуреев, тоже директор школы. Ольга Борисовна Коваленко, Галина Веленна Еркеева. Во-первых, я всем им здоровья желаю и надеюсь, что сегодня состоится теплая встреча. И каждому учителю, который уже сейчас находится на пенсии, мы будем рады. Мы каждого позвали, каждого пригласили. И я надеюсь, что сегодня будет очень хороший, теплый, уютный, домашний праздник. Всем коллегам, всем ученикам, нашим родителям сказать, что поздравляем с такой красивой датой. Говорят про женщин 45 баба-ягодка опять, а мы, наша школа будет всегда цветущей, молодой, потому что здесь всегда шум ребячий. И пожелать всем абсолютно крепкого здоровья, радости в работе, в учении. Вот. Всем коллегам сказать большое спасибо. Я каждого благодарю за то, что мы вместе, мы единая команда, мы единый коллектив. Зоя Леонидовна, благодарю вас за такую интересную беседу. Также присоединяюсь к вашим словам. Всего самого-самого наилучшего и только процветания. Спасибо огромное. Ну а вы смотрели программу «Специальное интервью». Оставайтесь на нашем канале.